Вообще, аварии с маршрутками – явление в Украине довольно массовое. И причин тому много, главная из которых – тотальная безответственность и перевозчиков, и контролирующих органов. Но наша Евгения Коваленко решила выяснить права пассажиров в таких ситуациях. На какую компенсацию могут рассчитывать пострадавшие в случае ДТП? И что нужно, чтобы перевозчик покрыл материальные и моральные убытки? Смотрите далее. Смертельно опасные маршрутки, отсутствие контроля и ответственности, нарушение всех технических норм – это привычная картина для украинских дорог и одна из главных причин тысяч аварий. Что делать пострадавшим в общественном транспорте и возможно ли получить компенсацию за ущерб? Несколько дней назад Ольга ехала с работы в маршрутке, но домой на ней так и не добралась. Водитель выехал на встречку и врезался в грузовик. Произошел сильный удар, вылетели стекла. Ну, действительно, были пострадавшие. Спереди сидела девушка от меня, у нее было посечено лицо. Также, ну, как бы удар был очень сильный. Действительно, это был, ну, неимоверный шок. У Ольги посечены руки и ушиб ноги. На место аварии сразу вызвали полицию и скорую. Обработали руки, ну, как бы гематомы сразу не проявились. И были боли, ну, ушибы, ссадины. Тех, у кого были тяжелые травмы, отвезли в больницу. Ольга отказалась. Обменялась контактами с другими пассажирами. Говорит, билетов на проезд в этой маршрутке ни у кого не было. Ничего официально не было взято. Было просто на бумажку записано фамилия, имя, отчество, нашей рукой номера телефона и все. Никто с нами не связывался в дальнейшем. Никакой, ну, компенсации, ничего речи не было. Более того, водитель даже не вернул пассажирам деньги за проезд. Но тогда об этом никто и не думал. Были рады, что остались живы, говорит Ольга. Хотя в таких случаях можно отсудить у перевозчика компенсацию. Вот только на это нужно время. Здравствуйте, возьмите за проезд. А можно билет, пожалуйста? Спасибо. Заплатили за проезд и взяли билет. Но это правило в наших маршрутках не работает. Пассажиры не требуют, водители не дают. Хотя в случае аварии билет – это главное доказательство того, что вы действительно ехали в этой маршрутке. Ну, подожди. Ну, я сдачу отдаю. Кому треба, розбирают. А кому не треба, то и не бере. Я ніколи не беру. Ніхто їх і не предлагає. Ну, хто просить, звісно, дає. Квитки, пронумеровані всі. Обично командировочні питаються. Постійні ці київляни, то не беруть. Хоча в случае аварии адвокаты советуют не только требовать билет, но и искать свидетелей, которые подтвердят, что вы ехали именно в этой маршрутке и попали в ДТП. Это все нужно зафиксировать в полицейских протоколах, сохранять все чеки и медзаключения. Тогда будет достаточно доказательств, чтобы страховая выплатила компенсацию. Но это теория по закону. А вот на практике не все так просто. Часто дело доходит до суда. Якщо перевізник відмовляє надати якісь дані, що дійсно це був наш пасажир, або у нього там якісь є проблеми з страхуванням. Другий варіант – це коли страхова компанія каже, да, я вам виплачу гроші, ось визначений розмір цього відшкодування, але фактично банально просто не виплачує ці гроші. За що ж потерпевший в общественному транспорті должен получить компенсацію? Во-первых, за лечення. Друга частина – це недоотриманий дохід в результаті того, що людина потрапила, ну, в неї травма якась. Недоотриманий дохід. Третя частина – це недоотриманий прибуток, який може людина недоотримати в результаті навіть і того, що вона була на кар'єрному зростанні, отримала травму, отримала інвалідність і тепер не може робити кар'єрне зростання. Также перевозчик должен компенсировать и моральный ущерб. Но даже выиграть суд для потерпевшего еще не значит получить все компенсации. Если это приватно, страхова компания, тоді це легко. Тому що є судове рішення, і за невиконання судового рішення можуть накласти арешти. Але якщо це державна установа повинна виплатити гроші, тоді це трошечки важкувато, тому що ця виплата залежить від державного бюджету. Вот это вот моя рука. Переломом предплечья закончилась поездка Сергея. 6 лет назад он попал в ДТП. У троллейбуса отказали тормоза, и он просто начал катиться назад. Съехал с дороги и врезался в столб. Люди, которые стояли впереди на проходе, при ударе, они полетели назад на меня. И
меня затиснуло между этими людьми и поручнем. Ну, это был очень серьезный перелом предплечья. В принципе, в 5 местах кость просто раздробила, а здесь идет еще нерв. А в придачу еще ушибы и сломанные ребра. Более 3 месяцев Сергей был на больничном. Боли беспокоят его до сих пор. Ну, вот боль в плече и хруст суставов, он слышится, растянулись связки. То есть, я не знаю, что здесь произошло. В принципе, будем надеяться, что операция не потребуется. После аварии Сергей собрал все документы, билет и выписки из больницы. Была даже видеофиксация. На место ДТП приехали журналисты. Вот Сергея несут в машину скорой. Вместе с адвокатом он рассчитал причиненный ущерб – 20 тысяч гривен. Подал в суд на компенсацию морального ущерба. Да. Выиграл суд первой инстанции, потом выиграл апелляционный суд, отдал документы в исполнительную службу. Вот, и через пару лет исполнительная служба мне вернула документы и сказала, извините, денег нет. Компенсацию Сергею не выплатили даже 6 лет спустя. В исполнительной службе сообщили, он в миллионной очереди и рекомендовали обратиться в казначейство. Но адвокаты советуют не просто ждать, когда выделят деньги, а подавать жалобы в Комитет по защите прав человека или обращаться в Европейский суд, если есть время и желание вести судебную войну за справедливость. Евгения Коваленко, Марьяна Бурякова и Сергей Килимник. Подробности недели. Телеканал Интер. We'll be right back.